и господа. Здравствуйте, давайте поприветствуем друг друга. Всем привет! Вот это серьезно! Вот это хорошо, спасибо. Сейчас здесь появится он, наш пока еще жених. Слава, под ваши аплодисменты! Еще! Но не хватает самого важного элемента, который не каждому дано найти в этой жизни. Дорогие друзья, Юлия в сопровождении дедушки Джамала Владимировича появляется здесь. Ваше внимание на эти сказочные двери. Вячеслав и Юлия, я рада приветствовать вас и ваших гостей на торжественной церемонии заключения брака. Сегодня у вас знаменательное событие. Сегодня создается ваша семья. Вы берете на себя новые права и обязанности по отношению к друг другу. Это ответственное и важное решение в вашей жизни. Перед началом государственной регистрации заключения брака я обязана у вас спросить, является ли ваше желание вступить в брак добровольным и обоюдным? Жених, прошу ответить вас. Да. Невеста, прошу ответить вас. Да. Перед вами обручальные кольца, как символ бесконечной любви и нерасторжимости супружеских уз. По древней красивой традиции наденьте их друг другу. Сегодня, 1 августа 2021 года, в присутствии ваших родных и близких, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга поцелуем. Позвольте вручить вам ваш первый семейный документ – свидетельство о заключении брака. Любите, цените и уважайте друг друга. Поздравляю вас! Дамы и господа, это уникальная проходка. Уже несколько мгновений назад они были жених и невеста, а сейчас они уже муж и жена. И это совсем другая энергия. Ваши аплодисменты. Первая проходка мужа и жены. Семьи Басел. Когда я тебя впервые увидел, я понял, что мой мир изменится. И все поделилось на до и после. И я так сильно тебя люблю, и я так хочу, чтобы мы с тобой были до самого конца. И я обещаю, что я буду беречь тебя, делать счастливой. Хочу, чтобы у нас было много детишек. И я люблю тебя. Привет. Я тоже тебя очень люблю. Я очень сильно волнуюсь, но сейчас я вижу, что нас окружают родные, любимые люди, и мне не так страшно. Я хочу сказать, что
ты самый лучший для меня. Я говорила, что я буду говорить какую-то глупость. Ты мой кинзбараули, сыр-косичка. Я тебя очень люблю, я очень счастлива, что мы с тобой теперь муж и жена. Я тоже очень хочу, чтобы у нас были дети. Я буду их любить так же сильно, как и тебя. И я обещаю, что буду всегда рядом. Буду поддерживать тебя. Что бы ни случилось, ты всегда сможешь положиться на меня. И ты никогда не будешь чувствовать себя одиноким. Я всегда буду рядом. Я обещаю любить тебя, быть тебе верной, преданной женой. Я тебя люблю. Спасибо за все. Появляются муж и жена Слава и Юля. А что это так тихо, друзья мои? Конечно. Итак, друзья, важная традиция. Важное. Мы договорились, мамы разрешили мне рассказать вам, что сейчас будет происходить. Вы, конечно же, надеялись, что вы будете кусать, но мы хотим вас немного поберечь. Первое, что нужно сделать, каждый из вас отламывает по куску каравая. Пожалуйста, мы посмотрим за этим процессом. Каждый отламывает по кусочку. Сам. Юля себе отламывает. Слава, ты отламываешь себе кусок. Покажите куски, которые вы отломали. Покажите всем. Это надо знать, какой Слава хлебосольный. Прекрасно. И, конечно же, надо насолить. Насолить, как гласит традиция, в последний раз друг другу в жизни насолить. Юля как птичкам посыпает. Правильно, конечно. Солите на максимум, потому что обязательно нужно весь каравай съесть, чтобы счастье в доме было, конечно же. Поэтому у нас еще будет 30 минут, пока вы будете готовиться. Нет, на самом деле друг друга покормите теперь. Юля, покорми Славу. Слава, покорми Юлю. Юлю не обязательно съедать весь кусок, но просто запомни этот момент. Он не раз еще всплывет в вашей семейной жизни, что Слава будет гораздо больше делать, чем необходимо, гораздо больше приносить, чем того требуется. Традиция исполнена, можно закрепить ее аплодисментами совместно, друзья. У нас сегодня вечер долгий, аплодировать будем много. Отдельно спасибо мамам. Мамы сейчас скажут еще напутственные слова. Пара изъявила в самом начале вечера сразу же сказать несколько слов. Поэтому, конечно же, прошу вам слово. Дорогие гости, родственники, друзья, близкие, мы очень рады всех вас видеть. Мы счастливы, что мы можем разделить с вами это событие. Но мы просто хотим, чтобы вы сегодня наслаждались этим моментом вместе с нами, кайфовали, кушайте, пейте, танцуйте. Мы вас любим. Ура! Спасибо, что пришли. Да, просто кайфуйте, мы вас любим. Танцуйте, отжигайте и фоткайте нас и себя. Спасибо. Значит, основное слово у нас «кайфуйте», да, сегодня? На счет три сейчас от вас нужна будет волна. Нам нужно максимальное количество энергии сейчас отдать туда. На счет три. За этот день, за эту пару, за то, что сегодня мы все здесь отмечаем праздник рождения новой семьи. Итак, приготовились, с днем свадьбы! Раз, два, три!
Первый тост за этот день, за это событие. Все вместе. С днем свадьбы. Благодаря вам сейчас ваша семья стала гораздо больше и гораздо шире. Два рода соединились воедино. Поэтому сейчас я предоставляю слово родителям Вячеслава под ваши аплодисменты. Иван Михайлович, Марина Станиславовна, я приглашаю вас для тоста. Такое волнительное событие. К этому всегда относишься неожиданно волнительно, потому что создание новой семьи – это так трепетно, это так важно. Я очень счастлива, что Юля вошла в мою семью. Она моя девочка, она моя дочь. Я очень счастлива, что мой сын сделал такой прекрасный выбор. И я от всей души желаю вам слышать друг друга, чувствовать друг друга, говорить с друг другом и любить друг друга до самой последней капли. Я знаю, что Юля просто бесконечно любит моего Славика. Поэтому сегодня я говорю, что это уже не мой Славик. Юлька, это твой Славик, это твой муж, твой мужчина, который будет тебя оберегать, заботиться, холить и лелеять. Я очень вас люблю. Я вас поздравляю. Присоединяюсь с поздравлением матери. Вот, хочу вам пожелать всего-всего. Самое главное в жизни. Не оступайтесь. Идите прямо, уверенно. Любите друг друга. Всего-всего вам. Самое интересное, основное, это, конечно же, первый тост. Сейчас он уже прозвучал, хотя сейчас будет единый тост, в нем будет несколько тостующих от двух семей. Так уж случилось прекрасным образом, что в жизни у нашей невесты теперь еще четвертый появился главный мужчина. Три главных и важных мужчины, конечно же. И это самое главное и основное, о чем мы сейчас хотим вам рассказать. Сейчас идет один тост. Здесь нет первых, здесь нет вторых, здесь нет третьих. Здесь одна семья, вернее, две семьи, которые стали одной. И под ваши аплодисменты я приглашаю Елену Николаевну, Владимира Николаевича и Веру Юрьевну. Приглашаю. Дорогие мои дети, поздравляю вас, мои дорогие, с вашим днем, самым важным в вашей жизни, потому что сегодня вы начинаете официально свою семью. Ой, сейчас заплачу. Любите друг друга, берегите друг друга, уважайте друг друга, слушайте друг друга всегда, прислушивайтесь, не обижайте друг друга. Я очень хочу, чтобы вы были самыми счастливыми. Здоровья вам, детишек, буду очень ждать. Славочка, я знаю, что ты Юлю очень любишь. Береги ее, она самая лучшая. Ура! Слава, я хочу поздравить тебя с этим праздником. Береги наш бриллиант. Мы тебе его доверяем. Курька? А сейчас еще бабушка. Ну, я как бабушка скажу буквально несколько слов. Юленька, ты любимая и бесконечно. Славочка, ты тоже. Как вы просто молодцы. Я вам чуть-чуть стихами скажу, ладно? Сейчас прекрасным вечером за свадебным столом мне вас поздравить хочется с прекрасным этим днем. Любовь вам, дети милые, любовь вам да совет. Живите жизнь счастливую, живите до 100 лет. У вас еще все в будущем, еще все впереди. Живите дружно, весело, счастливого пути. Вы же прекрасно помните, кто проводил к алтарю, конечно же, и чьи слезы я наблюдал чаще и больше всего. Конечно же, папы, за вами наблюдали масса камер, и сейчас ваш тост. Уже аплодисменты можно начинать, потому что дедушка и папа появляются здесь. Джамал Владимирович и Ростом Джамалович, прошу ваш выход.
Ну, я, наверное, начну. Дедушка продолжит. Ребят, мы в первую очередь присоединяемся ко всем тем добрым словам, которые были сказаны, которые будут сказаны на этом вечере. Умножая их кратно от себя, хочу сказать, что желаю вам счастья. Наблюдаю вас уже достаточно давно. Вы очень красивая пара. Моему сердцу очень приятно то, как вы существуете вместе. И хочу пожелать вам долгих, совместных, счастливых лет. Я присоединяюсь к моему сыну. Желаю вам счастья. Здоровья. И поскорее родите мне правнука. Чтобы я дожил до этого. Квартира уже у него есть. Так что счастья вам и долгой летней жизни вам. Еще одну секундочку. Лет, наверное, 25, может, плюс-минус назад. Отец со слезами мне сказал, что он боится, умрет и не увидит внуков. На сегодняшний день у него 4 внука, и внучку одну он сегодня выдает замуж. Я уверен, что ты увидишь правнуков. Она была моя последняя любовь. Я больше никого не полюблю. Счастья вам еще раз. Долгой лети жизни. Завершая цикл семейных тостов, Станислав Георгиевич, Лидия Дмитриевна, приглашаем вас для тоста. Дорогие наши Славик и Юлечка, поздравляем вас с законным браком. Желаем вам всего хорошего. Главное, друг друга любите и никогда не ссорьтесь. Если даже поссорились, уступайте друг друга. Мы вот тоже, вот уже нам в этом году тоже будет свадьба, только золотая. Так что живите дружно, любите друг друга. И счастья вам. И ждем внучек. Ну, правнучек. Правнучку хочу. Поздравляю вас с днем бракосочетания. Желаю счастья, здоровья, любви. И уважайте друг друга. Не ругайтесь. Я с бабушкой иногда ругаюсь, но вы не ругайтесь. Я вас очень люблю. И надеюсь, что дождусь правнука. Я очень надеюсь. Я вас люблю. Прекрасно. И вот теперь за все вышесказанное. Сейчас мы продолжаем. И, конечно, важный момент. И этих важных моментов будет несколько. Первый случится в этом блоке. Так как сейчас произойдет то, что ты просила подкорректировать, но я не могу идеальный текст из сердца корректировать. Ты написала все идеально. Это главный мужчина в моей жизни. С дедушкой прошло все детство. Необыкновенная связь с самого рождения. Именно дедушка подарил первую камеру и компьютер. Любимый дедушка, я благодарю тебя за все, что ты для меня сделал. И любовь внучки к дедушке – это самые красивые и самые чистые слова, которые сегодня звучат, и тем более вы сопровождали Юлию к алтарю, у которого, конечно же, уже передали ее славе. Поэтому ничего я больше не буду добавлять. Давайте насладимся этим красивым и нежным танцем. Поэтому музыка, ваше внимание на Юлию и Джамал Владимирович.
Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Когда мы говорим о танце, то зачем сейчас это делать, когда это сделают люди, которые не понаслышке знают, что такое энергия, что такое кровь, что такое драйв, что такое эмоция. И дальше мне не надо ничего говорить, вы сами все увидите. Шоу группа Митехи. Бурные аплодисменты. Шоу-группа Митехи. Второй наряд у невесты. Раз. Начало второго блока. Два. Вас два любящих сердца. У нас сейчас на 2 градуса поднялась температура, потому что горячее уже принесли на столы. Поэтому уже столько поводов по 2 выпить. Но самый главный и основной это то, что ваши люди, которые пришли сегодня, они по-настоящему отдыхают и кайфуют, как вы и просили. Поэтому мы сегодня поднимаем еще раз тост. В начале первого блока вы сказали спасибо, что вы пришли, спасибо, что вы с нами. Поэтому сейчас за каждого гостя, который здесь находится, этот тост, потому что если бы не вы, то и не было бы всей этой красоты. Вдвоем было бы не так памятно, не так весело и не так энергично. Поэтому этот тост за каждого, кто находится сегодня на этом мероприятии, но это даже не мероприятие, это просто ваша красивая дача, и мы собрались у вас в гостях. Поэтому с днем свадьбы! Я говорю с днем, вы все вместе говорите свадьбы. Попробуем 3-4. С днем! Здравствуйте, как вас зовут?
Георгий? И я Георгий. Так давайте обнимемся. Ну что ж мы, конечно. Георгий, Георгий, все. Кем вы являетесь для этих ребят? Сестра? Это ваш любимый Славик, но вы можете сказать по-братски, он поймет, в принципе, да? Поддержим аплодисментами тостующего, потому что это правило мы вводим на весь вечер сегодня. Прошу, Георгий, вам слово. Спасибо. Ну, я подготовиться особо не успел, и бабочку уже, к сожалению, снял. Но решил сейчас вам сказать тост, потому что очень хочется, потому что я вас очень сильно люблю, и тебя безумно сильно люблю. Ты вообще золото, ты бриллиант, самый настоящий. И ты самый настоящий бриллиант, такой вообще красавчик, самый красивый из всех красавчиков. Я бы хотел вам пожелать счастья, здоровья, ну, как все обычно желают. Хочу вам пожелать, чтобы ваша любовь жила вечно, чтобы люди смотрели на вас и брали с вас пример, потому что вы правда очень красивая пара. Я вас двоих знаю, вы просто самые лучшие люди, очень добрые, очень заботливые. Я вас очень сильно люблю, и ради вас я готов на все. Я вас очень сильно люблю. С праздником вас! Георгий, ну сразу видно, что ты Георгий. Как хорошо сказал. О, да. И здесь отдельная подводка, которую, конечно же, мне не надо. Вы одна будете говорить? Конечно же, я единственное уточнение хочу, потому что не все в курсе, но я записал этот момент и его не пропустил, потому что вы в Инстаграм Каспарянс, да? Но на самом деле Маркарян. Ну все, один человек меня просил это озвучить еще раз как-то публично, на всякий случай, потому что эти сопротивления армянские оказываете. Ну это все, это если хотите купить красивые фоны в инсте, то к вам двоим. Если хотите просто красиво провести вечер, к вам двоим. Сюрприз от вас, вы с камерой сегодня бегаете и наконец-то вы говорите тост. Спасибо вам, потому что это должно было, конечно же, случиться еще там. Вместо церемонимейстера вы должны были говорить слово, потому что вы очень близкий человек для уже этих людей. Поэтому, конечно же, вам слово. Слава и Юля, привет. Я лишь хочу сказать, что я очень рада, что я уже больше 10 лет твоя подруга. И теперь я уже, получается, практически 5 лет ваша подруга. И ты знаешь, Юль, я обожаю твою семью. Вы самые лучшие. Я хочу сказать огромное спасибо твоей маме, дедушке, папе. Дедушке особенно, потому что мне кажется, если бы не он, у нас бы с тобой вообще, наверное, ничего не было. Я говорю «у нас», потому что благодаря твоему дедушке, который подарил тебе компьютер, который подарил тебе камеру, мы начали что-то делать в интернете. И это потрясающе. Вы самый лучший. Спасибо за Грузию, спасибо за все. В общем, теперь хочу вот что сказать. Мы с твоей семьей делали очень много, и в целом проводили времени очень много и сделали очень много хороших вещей. Теперь я бы хотела, чтобы наша с Оском семья с вашей семьей делала также очень много всего, влияла на другие семьи, на других людей, чтобы мы творили добро и чтобы у вас все было хорошо. Много вам детей, забеременеть нам в один день, в один час, пожалуйста, и чтобы у нас все было отлично! Прекрасно. Спасибо большое. Как чудесно все искренне получилось. Вы хотите что-то добавить? Конечно же. Я же знаю, что... Ну, конечно. А как же? Ну что, Слава и Юля. Я полностью присоединяюсь к словам Карины. И хочу вам просто искренне пожелать счастья. Мы вчетвером очень классно всегда проводили время в путешествиях. Я надеюсь, границы откроются. И мы вот эту вот поездку в Париж, которая запомнилась больше всего... Надеюсь, мы вот ее обязательно исполним. Будьте счастливы, да. И теперь мы, кстати, будем продолжать историю того, как вы стали, Юлия, блогером, стали развиваться и укрепляться в том, что произошло в жизни Юлии. Три важных мужчины, которые очень сильно повлияли на ее жизнь. И я прекрасно понимаю, о чем ты. Но у меня
есть человек, был, точнее так сказать, который меня воспитывал. И я не представляю, как человек, это как папа, это близкий и родной человек, это моя кровь. И поэтому, конечно же, сейчас, продолжая эту важную тему, дедушка подарил первую камеру, и благодаря этому у этих людей теперь есть работа. Это, конечно, благодаря тебе... Это я обращаюсь уже, конечно же, к вам. Хорошо умеет обращаться с фотоаппаратом, и именно вы научили пользоваться фотошопом. И сейчас вторая важная мужская глава в жизни Юли. И, конечно же, это вы. Юля обязательно хотела немного, но с вами станцевать, потому что это очень важно для нее. А сегодня мы делаем все, что важно для Юли. Да, Слава? Ваше внимание. Конечно же, невозможно не закончить трилогию, я так позволю себе сказать, трилогию тех мужчин, которые для тебя важны. И здесь кровь, кровь – это самое главное и самое основное. Как на самом деле это важно для Юлии и как вы важны для нее? Потому что она ваша кровь, и она такая благодаря вам. Ее так все любят, она с таким прекрасным чувством юмора, она настоящая и живая. И это благодаря вам. Танец с папой. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I am feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall. Starting to crawl. Друзья, больше шума, какой прекрасный праздник! Вы такая красивая пара. Сегодня вот поистине праздник любви. И корабль под названием «Любовь» выходит в океан в заботы. Это правда, глаз радуется, смотря на вас, на ваши отношения друг к другу, на ваши семьи. И прекрасно сегодня, что вы все объединились. Это такой разрыв, правда, сердечко, потому что настолько дружно, все весело. И я бывала на многих свадьбах, но эта свадьба какая-то по-особенному теплая и душевная. И я вам желаю, чтобы все ваши дни были насыщены любовью и этой теплотой. Борька! Итак, сейчас у нас важный момент, который хотели сделать ребята. Это поздравить и сказать спасибо вашим мамам. Во-первых, мы безумно благодарны вам за то, что вы у нас есть, за то, что
так судьба распределилась и дала нам именно вас. Я очень счастлив, что вы именно наши мамы. Хочется, конечно, пожелать вам здоровья неимоверного, терпения, выдержки, ведь мы такие, бываем иногда дети, да, иногда шалим. Вот, мы вас очень любим, вы для нас самые-самые, и дай бог вам здоровья. Вот, а мы всегда будем вас поддерживать, любить, оберегать, охранять, вот, за вас. Я хочу сказать, что я очень люблю безумно свою маму и благодарю тебя за все, что ты сделала для меня. Но еще я хочу сказать, что я безумно благодарна Марине, маме Славы. Я ее очень люблю. Она мне очень нравится. Она очень классная. Мы с ней нашли общий язык, мне кажется, с самого начала. Я обожаю, когда мы сплетничаем, пьем винишко. Я вас очень люблю. Я благодарна вам за вашего сына, за моего мужа. Я не буду его обижать. Рожу ему детей. Буду хорошей. Да. Спасибо, мы вас очень любим. Будьте здоровы, мы будем всегда рядом с вами. Конечно же, не могла быть другая песня, выбрана вами под ваш первый танец. Поэтому здесь и сейчас первый танец нашей пары. Ты вранишь не только поцелуями. Об этом вы уже сказали в том мини-сериале, который нам показали. Поэтому ваш выход, ваш первый танец мужа и жены. Почему все так произошло? И кто в этом виноват? В моем сердце поболело и прошло. Ну а дальше тишина. Просто ты теперь другая, не моя. Просто все теперь осталось позади. Я тону в твоих объятиях на миг. Ну а что же с нами будет впереди? Ты меня ранишь поцелуями. Что делать, я не знаю. Мы с тобою обезумели. Теперь нужно все это закрепить танцами, поэтому я вам рекомендую срочным образом уже выходить на танцпол, потому что здесь музыкальная группа The Claps. Ну что, мы приглашаем всех на танцпол! Oh,
Ребят, ну, я хочу пожелать вам, получается, счастья, благополучия. Вы сегодня самые красивые, вы самые замечательные, вы такие веселые, такие добрые. Я смотрю на вас, у меня только глаза радуются, просто душа поет. Я хочу вам пожелать благополучия, чтобы вы во всех начинаниях друг друга поддерживали. И счастья всегда вашему дому. Все. Здесь сейчас специально для представителей молдавской культуры Бусунёк Молдовинеск. Под ваши аплодисменты. Громче, 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 громче. Ваши аплодисменты. Красивая проходка. Вы знаете, просто элегантно. Так. Вот, правильно, я только хотел спросить, а будет ли мастер-класс, потому что такого снегопада давно не помню здешние места. Все, все, все. Конечно. И так, вот. Еще, еще, все, шире круг. Кто поделает шире круг? Ваши аплодисменты! Спасибо большое! Мы решили сделать такой сюрприз для вас, нашей любимой мамы и папы. Я открыл у взрослой жизни рано, а вот сейчас бы убежать, в детство убежать. Как хочу к тебе прижаться, мама, и папе тайны рассказать. Вы простите мне разлуки, грешность. Время закрутило, занесло. Пусть хранят ваш дом любовь и нежность. Они здесь. С детства моего, помолимся за родителей, за всех живых и небожителей. И в час, когда станет холодать, их души сердца согреем. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Прикоснись ко мне рукой, я на 100% твой. Настоящая любовь, разве может быть другой? Откровенно говоря, я теряю свой покой и теряю над собой контроль. Просто стали мы, наверное, стали мы, наверное, чуточку с тобой взрослее. Понимаем постепенно, медленно.
но верно, время никого не жалеет. Просто стали мы, наверно, стали мы, наверно, чуточку с тобой взрослее. Поехали дальше. Двигаться по жизни надо, что как, чтобы было им наполнено лака, чтобы было ключ дата, чтобы было место, мама, мама. Мы живем один раз здесь сейчас, мы живем один раз, это про нас. Чтобы сделать мир добрее, днем всех людей, что рядом и вокруг нас. Мы живем в этом мире, чтобы время дать нам, потом живем в этом мире, чтобы было что вспомнить, потом живем в этом мире, чтобы сиять. Бесконечной судьи цвет, мы становимся, как сеть. Но чем ярче свет твой, тем дольше прожив он. В каждом из нас любовь. Зуби! Выше неба. Итак, девушки, все те, кто хочет получить этот букет, который заряжен всей страной, да что там всей страной, всем миром. Юль, сейчас такой момент. Мы будем все вместе считать от 5 до 1. Это твой полет букета. Ты можешь на 3 бросить, на пуск, ты можешь сделать фальстарт, мы еще раз посчитаем. Итак, приготовились, все вместе. 5, 4, не слышу, 3, 2, 1, пуск! Оу, оу! Порвали платье, поймали букет. Ну что, букет вы поймали? А теперь здесь сейчас появляются самцы. Те, кто хотят потерять этот воздух свободы. Итак, внимание, Слава. От 5 до 1, Слава. Потом пуск. Ты все знаешь прекрасно. Итак, поехали. 5, 4, не слышу. 2, 1, пуск! Дамы и господа, ваше внимание все на нашу площадку. Слава сказал, я обязан, и я хочу это сделать, исполнить медленный танец со своей бабушкой. В шумном зале ресторана средь веселья и обмана пристань загулявшего поэта. Возле столика напротив ты сидишь в полоборота, вся в луче ночного света. Так само случилось вдруг, что слова сорвались с губ, закружила голову хмельную. Ах, какая женщина! Какая женщина мне в такую? Ах, какая женщина, какая женщина мне в такую? Пока невеста тебя не слышит, можешь ей сказать несколько слов. Ты моя самая любимая, и я с тобой безумно счастлив. И я хочу, чтобы ты со мной была всю жизнь счастлива, и мы с тобой дожили до конца вместе. Now I come to fight, come to me instead.
Скажите, пожалуйста, а какие у вас сейчас ощущения? Конечно, радость. Я думаю, пока я туда не дойду и не вернусь обратно, уже не успокоюсь. When there's no time at all, no rushing but follow. You are going in the circles now. It hides in your heart. Как первое впечатление о свадебном дне? Мы в шоке. Мы в шоке. Да, очень много вопросов в голове, когда уже все закончится. Почему их так много? Почему они все сфотографируют? Что ты хотел? Несколько слов и пожеланий в адрес ребят. Любви, счастья, взаимопонимания и побольше классных вин. Now it's slipping through my hands. No rushing but follow. You are going in the circles now. It hides in your heart. You don't hurry me up. My time is now full.